Малыш Багги вместе с другими брошенными лошадьми был найден волонтерами в Хелламе, Северный Йоркшир. Багги был в ужасающем состоянии. Когда к пони подошли, с 2 метров чувствовался запах гнили. Были слышны звуки личинок, которые прорывались сквозь его кожу. Это было очень несчастное животное. По словам ветеринаров, Багги также страдал от внутренних паразитов и вшей. Его копыта нуждались в подрезке, а еще он был сильно обезвожен. Специалисты понимали, что Багги нуждается в срочном лечении, и отвезли его в ветеринарную клинику в Йорке. После этого пони отправился в Центр спасения и реабилитации лошадей, где начал свой путь к восстановлению. После восстановления, Багги принял участие в конном шоу «Экифест» в Петербурге. Статный красавец произвел впечатление на жюри и удостоился звания «Лучший спасенный пони». История Багги – яркий пример того, что пони, у которого было страшное начало жизни, может оставить свое прошлое и достичь удивительных успехов. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.